При анализе рынка Форекс большинство трейдеров пользуются индикаторами. Индикаторы бывают трендовые для определения тренда и его силы, осцилляторные и психологические. Один из популярных трендовых индикаторов – индикатор MACD. Торговый метод конвергенции и дивергенции скользящих средних MACD был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для рынка акций. Этот инструмент Аппель описал подробно в своей книге «Технический анализ». Индикатор был создан для проверки силы и направления тренда, а также для определения разворотных точек. Немного позже, в конце 80-х, изучая свойства индикатора, Томас Аспрей отметил, что MACD будет иногда отставать от важных движений соответствующего инструмента, особенно когда применяется к недельным графикам. Сначала он экспериментировал, изменяя порядок скользящих средних, и выяснил, что более короткие скользящие средние действительно давали более быстрые сигналы. Однако он искал метод, опережающий пересечение MACD. Одним из ответов, который он придумал, была MACD-гистограмма. Сегодня обе модификации индикатора активно используются трейдерами. С тех пор, как Джеральд Аппель разработал MACD, были разработаны сотни новых индикаторов, предложенных для технического анализа. В то время как многие индикаторы появились и пропали, MACD является индикатором, который выдержал испытания временем. Индикатор MACD лучше всего использовать как индикатор, следующий за трендом. Торговый метод MACD работает особенно хорошо на спокойных долгосрочных трендах, где вы можете оставаться в рынке, игнорируя более слабые ценовые колебания. Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциональными скользящими средними с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия. Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечении индикатора со своей сигнальной линией. Когда MACD опускается ниже ее, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии, покупать. В качестве сигналов к покупке-продаже также используется пересечение MACD нулевой линии вверх. Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Этот индикатор наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Дивергенция, расхождение индикатора и графика цены может быть бычьей или медвежьей. Считается, что на этом индикаторе она самая точная. Именно на нее смотрит большинство трейдеров. Одним из лучших применений индикатора MACD на рынке Форекс будет его использование на 4-часовых или дневных графиках в качестве индикатора долгосрочного направления рынка. Как и другие индикаторы, MACD не безошибочен и должен использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа. В основе индикатора MACD заложены простые методы расчета. И все же он остается одним из самых надежных индикаторов. Работа с ним входит в арсенал многих активно работающих трейдеров. Пройдя обучение у нас в школе трейдера, вы научитесь зарабатывать на рынке Форекс, используя самые эффективные методы и приемы использования индикаторов в техническом анализе. Школа трейдера. Продуманный подход к биржевым торгам. Запись по телефону 433-193.